Френзика – цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка». Согласно официальным данным, до конца года ни одно из ведущих медицинских учреждений не планирует закупать вакцину «Панацея» или ее аналоги. Это значит, что имеющиеся на складе 62 305 доз с остаточным сроком хранения 1 месяц никогда не будут распроданы. Манагер, в таком случае нам придется утилизировать всю эту вакцину, иначе размер убытка будет еще больше из-за расходов, связанных с ее бесполезным хранением. Газеты пишут, что в рамках одной из государственных закупок госпиталю «Айполит» была поставлена вакцина «Панацея» с почти истекшим сроком годности. Но это противоречит спецификации в тендерной документации. Как же произошло такое нарушение? Немедленно вызывай форензику и разбирайтесь вместе. Нарушение закона номер 44 ФЗ в данном случае произошло со стороны госпиталя «Айболит», который одобрил партию «Панацеи» со сроком годности, не соответствующим спецификации. Мы это понимаем, но остается открытым главный вопрос. Откуда появилась почти просроченная вакцина «Панацея» в рамках данного тендера? Мы четко следим за ходом тендеров с участием всех лекарств нашего производства и контролируем выполнение требований, установленных по сроку годности. Вряд ли получится, дорогуша. Все концы ушли в воду. Смотри, в рамках скандального тендера госпиталь «Айболит» закупил партию вакцины «Панацея» в количестве 62 305 доз у вторичного дистрибьютора «Фармаделкин». Складика, а что показал анализ отчетов о продаже вакцины «Панацея», которые официальные дистрибьюторы предоставляют компании «Вечность» на ежемесячной основе с указанием конечного покупателя? Объемы продаж в этих отчетах совпадают с бухгалтерскими данными нашего заказчика, то есть они содержат полную информацию. Однако я не нашла каких-либо ссылок на госпиталь «Айболит» или на вторичного дистрибьютора «Фармаделкин». Время от времени мы проводим анализ складских остатков. Исходя из сроков годности имеющейся в наличии вакцины и планов закупок медицинских учреждений, принимается решение об утилизации или, напротив, дальнейшем хранении. Манагер подделал документы на утилизацию 62 305 доз вакцины «Панацея», которую вы попросили утилизировать. По факту вакцина не была утилизирована и, более того, стала предметом скандальной закупки госпиталя «Айболит». Самое главное теперь – не допустить повторения таких случаев, но уже в исполнении новых сотрудников. Такая задача может быть решена благодаря функции внутреннего контроля, которую мы также поможем правильно настроить. Мерзавец! Вон отсюда! Форензика – цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка».